Всем привет! Мы хотим снять наш второй заказ Faberlic, то, что мы заказали. Мы не работаем с клиентами на заказ, это мы для себя заказываем. Так, в общем, я быстро, пока у меня дети в студии. А то наши что купила, сейчас мешаться нам будут. Вот такие два геля для душа. Один авокадо, второй с ананасом. Тропический такой запах. У желтенького нам очень понравился запах. У зеленого Лере понравился. Мне не очень. Он приторно-сладкий. По качеству я еще не знаю. Мы первый раз берем. Так, дальше. Мне Марина нахвалила вот эти вот ножи. Все их берут. Не знаю. Тоже решила взять. Ножи. Я не знаю, как они. Дешевые, недешевые. В общем, для меня ножи вышли. Так, один большой вышел 215 рублей, а маленький по 119. Вот такие вот. Сейчас я сниму. Вот. В общем, отзыв все позже. Тоже первый раз мы такие ножи заказали. Дальше зубная паста. Тоже на пробу. Но сразу что хочу сказать. Черная полоска. Мне это не нравится. У пасты с натуральными ингредиентами полоска должна быть зеленая. Дальше. Средство для чистки духовок и плит. Это я уже повторяю. Я одно заказала, но вот когда я его тестировала на своей плите. В общем, не поняла разницы между дешевым и дорогим. Так, средство для посуды. Здесь стоит отметить, что да, Фаберликовская лучше, чем Фэри. И мне хотелось запах малины, но в прошлый раз мне его не досталось. В этот раз я взяла сразу два флакончика. Интимка. Повторяем заказ. Нормальное такое, по качеству очень даже ничего. Дальше. Взяла вот такой лак для губ. Из косметики я пользуюсь только духами и помадами. Больше ничем. В общем, цвет такой... Не знаю, тут открытый нет. Слегка розовый такой он. Дальше. Еще одну помаду я себе заказала. А где она? Лер, где помадка? Ага, вот она спряталась. Вот такую вот. Тоже. Здесь ярко телефон передает цвет. На самом деле, как цвет сухой розы такой. Не яркий. Дальше. Также мне нахвалили. Сергей Витальевич уже похихикал надо мной. Давай, давай, говорит, слушай всех. В общем, вот такое универсальное антибактериальное средство распыляется на поверхности, чтобы уничтожить всякие разные бактерии, инфекции. Вдруг мы меньше болеть будем. Дальше что у нас? Мальчишкам нашим, взрослым мальчишкам, вот такое средство. Я на них экономлю, поэтому шампунь, гель для душа, все в одном. Ничего их баловать. Так, Лерочке я взяла тоник и гель для умывания. Она пока тоже больше так особо ничем не пользуется. И вот две помадки. Одну Василиске. Снежанке пока еще рано помадки брать. Она их ломает. Она выкручивает и закрывает их сразу же. В общем, глупо дело. О, Лера мне на ухо подсказывает. Она их съедает, тем более. В общем, тайком, но, видимо, аромат вкусный, наверное, да, детских помадок. У этой тоже такой ванильный, как и риска, даже вот скажу, такой запах. Значит, одну Лере, одну Василиске. Называется «Зима» от обветривания. Дальше, что вот такие два купона нам положили. Я не знаю, как ими пользоваться, надо будет почитать, посмотреть. Скорее всего, это для тех, кто работает с клиентами. Повторюсь, что я с клиентами не работаю. Так, дальше. Вот такие влажные салфетки. Это если, мало ли, вот, как мне сказали, с собой взять, куда-то поедешь на какое-нибудь мероприятие. И вдруг ты там обкапаешь свое чудесное платье. Вот пятнышко вытереть, например. В общем, салфетки для удаления пятен. Тоже почитаю, посмотрю, как они, что. Все отзывы потом. Дальше, что у нас еще? Вот такие вот матирующие салфеточки. Так, чтобы блик не попадал.
для лица. Тоже взяли на пробу. Я не знаю, зачем они нам, но мы их взяли. Да, Лер? Вот. Вот такой маленький заказик. Опять же, мне положили каталог за 20 рублей. Я не знаю, зачем он мне нужен. Каталог есть онлайн. В общем, лишняя трата бумаги и денег. Но, в принципе, вот он, смотрите, он такой толстенький, да, и для представителя он получается за 20 рублей. Вот я просто сравниваю, бумага там очень хорошая такая, ламинированная, так, ой, не то говорю, ну гладкая, в общем, такая бумага хорошая, глянцевая. Детям учебники делают на бумаге очень низкого сорта, и учебники стоят очень дорого. Так, ну все, наверное, наш обзор. Всем спасибо за внимание. Пока-пока всем.